Во сколько вам обойдется приготовить плетеный пирог с семгой? Меня зовут Олег Лапшин, я пастошеф. Подписывайтесь. Ну что, дорогие мои пирогоплетушки, начнем мы с теста. Первое, что нам нужно, это слоеное. Конечно же, делать мы его сами не будем, потому что это до хрена времени покупаем замороженное. Ну и нужно нам тесто слоеное дрожжевое. Тесто здесь выбор, конечно, огромный. Даже круассаны есть готовые. У нас есть бабушка Аня, но с Анютой мы уже дело имели, это неинтересно. Тесто слоеное, пресное, рахмет, по скидке. Ничего, что оно пресное, я думаю. Да, оно же должно быть пресное. У нас же получается, что пирог семга идет. 649 тенге по скидке. Рахмет за обед, как говорится. Едем дальше, семга. 23 520 за килограмм. Это осетр Фишленд. Я не представляю, что нужно было делать с этим осетром, чтобы он стоил таких денег. Но выглядит он так, как будто его не покупали уже очень давно. О, есть вичи.